Священнослужители, пассажиры, сотрудники, а также члены правительственной комиссии помолились за погибших. На данный момент обнаружены 11 жертв авиакатастрофы. Первый борт с останками пассажиров Ту-154 уже приземлился в столице. В Сочи прибывают родственники погибших. Приехали пока 12 человек. Остальных готовы принять в любой момент. Для них работают штабы, подготовленные номера в санатории «Аврора». В аэропорту дежурят бригады медиков и психологов. Как сообщил сегодня на заседании правительственной комиссии мэр Сочи Анатолий Пахомов, сотрудники администрации, правоохранительных органов, волонтеры будут вести поисковую работу на берегу. Волонтеры есть, и хочу сказать, что очень много откликнулось людей, звонят, что чем помочь, что мы будем делать, наши университеты, и Институт дружбы народов. Кроме этого, только расцвело, значит, все районные администрации вышли на береговую часть, и как только, если где-то будет что-то обнаружено, будем немедленно, значит, информировать следственные, правоохранительные органы. Вот. Кроме этого, наряду с сотрудниками администрации вышли так сотрудники полиции. Поэтому я считаю, что всю береговую часть города Сочи мы охватим. В море поисковая операция шла всю ночь. Сейчас задействовано 39 кораблей катеров, 135 водолазов и 7 глубоководных аппаратов. Всего в операции участвуют около 3,5 тысяч человек.